Приветствую вас на своем канале Asmo The Play. Мы продолжаем играть в игру Battlefield Bad Company 2. Так, ну сейчас мы продолжаем играть. Так, новое. Вернуться в игру. Так, коллекция, передатчики. Ага. Ну, давайте вынесем врага. Центр управления спутником был в Андах. Эгуар сказал, что если его взорвать, в теории. Так, парни, ваша задача — накрыть те цели огнем. Ладно, Марло, Эгар, вставайте за пулеметы и за дело. А ты что, нам не поможешь, Флинн? Чё, я пацифист. Что? Ты пацифист? Чё, блин, родину не любишь, сука? Люблю, но карма дороже, чувак. Карму не трожь, поэтому я только летаю. Так, забей, блин. Нахер, блин! Я на болту все это вертел, гондон ты штопанный! Я тебе, сука, устрою небо в алмазах, на! Красавчик, блин! Тупорылый, удобанный, сраный либерал! Да. Пойдем зачистим зону посадки! Не мог он быть американцем. У них такого выражения нет. Правильно делаю! Тихо. Где он? Вон он в доме. Блин. Ух ты. Так-то нехило. Дома рушить. Оп. А где он? Так, дома должны быть рушиться тут. Опаньки. А потушеньки. Спокойно, спокойно, спокойно. Не надо паники. Что, нас сбрасывают? Так, какое у вас второе оружие? Туда! Вперед! Браво 2, я отхожу, а то слишком уж внимание привлекаю. Удачи вам! Ага. И тебе не хворать. Так, а где у меня я? Едем, едем. Вот уже хорошо. Можем ехать? Нет, мы все взорвали. Так. Думаю, это единственный путь к станции. Единственный путь к станции. Ладно, бежим. Смотрим. Вот, блин, уж управление тогда. На ускорение не поворачивает. Сохранение. Ой-ой-ой. Вроде подбил. А где я тебе его обойду-то? Спокойно. Так. Давай, давай, давай. Вот, все. Выбежал на безопасное расстояние. Ну, готовьтесь. Так.
Где они? Все. Так, мы разобрались с ними. Я уверен, что вот здесь вот что-то есть. О, да. Так, давай. И все, они залезли. Давай. Где ты? Где? Покажись. Ага, только маслина прилетела. РПГ. Мы на месте. Так. Блин, он сзади был. Ё-моё, ладно. У меня тогда есть сюрприз для вас. Все. Успокоил. Так, вы шли оттуда. Что там у нас есть? Ага. Снайперская винтовка. Есть. 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 Еще давай. Блин, промахнулся. Ладно, бывает. Кто это? Кто это? Ай-яй-яй. Нельзя так. О, флаг. Наш триколор, да. Где противник? В кого стреляете? Покажите мне его. Так, еще есть? Куда ты? Все не покажется, наверное. А почему по мне стрелять? И там же что, мишени у вас нету, что ли? Давай, опа, опа, опа. Такая вышла жопа. Сейчас завалим. Ага. Ну, взяли, взяли. Так, держу. Ох, как подлетел. Стрелять только наверняка, иначе со спутником можно попрощаться. Не стреляйте как попало. Всем ясно. А я хотел гранатами закидать. Ну! Это мой, наверное, там. Домой. Так, все.
точка достигнута. Ну? Готово. Увидим его в любую минуту. К счастью, эта дрянь не так наполовину сломана. Закончить дело пустяк. Да, у лягушатника всегда все через жопу. Так, теперь нужно вытащить оттуда сервер с данными. Вытаскивай. Так, спутник сошел с орбиты и летит на всех парах. Можем не успеть. Поднять Флина. Призрак, это Редфорд. Спутник падает. Соберешь нас? Браво 2, это призрак. Никак нет. Сильный ветер с гор. Не могу рисковать. Так что подхвачу вас как смогу, парни. Конец связи. Ну, блин. Если бы у конченого хиппи были яйца, мы бы давно бухали на обломках спутника. Так, у нас есть координаты точки падения. Двигаемся. У нас есть координаты? Это хорошо. Только надо было мне сначала сказать, а потом уже двигаемся. Так, у нас где-то вот здесь вот боеприпасы были. Вот они. Так, пополнили. Вы меня ждите, если что. А то вы как малые дети. Ух ты. Какая мощная штука у меня. Итак, пока я иду за транспортом, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Тихо, тихо, тихо. Ох, не к добру это. Давай, где ты? Я потерял его! Это хорошо, что потерял. Видит, видит. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Да вроде как-то и не собирался. Только меня здесь сейчас плющит. Подожди, подожди. Ладно, спускаемся. Ой-ой-ой, тут от домика-то ничего не осталось. Руку отстрелили. Нужно держаться подальше от улицы и забраться на крыше. Где Хегер? Ты что ты с ним сделал? Тихо-тихо. О. Нормально. А где вы? Ой-ой-ой. Так, с этим разобрались. Где еще? Не вижу. Это кто всему виной-то? Все разрушилось здесь, это был не я. А эти-то еще откуда-то стреляют, умудряются.
Так, продвигаемся. Нормально. Так, все. Приголубили. Есть. Ой, господи, а там-то ничего себе пропасть. Где они? Нормально. Думали, что я за пулемет. Подожди, ну давай. Или не за этот пулемет. Ох ты, это что такое? Ну даже не знаю, стоит мне такое брать, нет. Пока не стоит. Так, машина выведена из строя. Можем вон тот джип захватить. Когда упадет спутник? Светон. По расчетам 4 минуты. Плюс-минус. Не знаю, насколько точно. Так что вперед. Так, плюс-минус. Приготовьтесь. Вот так. Пока едем правильно. Осталось только догнать их. Дороги-то не видно. Так. Да, подожди. Стой, стой. Ничего не вижу. А, надо по дороге ехать. А только дороги-то не видно. А мы и не тормозим. Противники убиты. Да, да только не все. Еще противник. Где? Ой-ой-ой. Не вижу ничего. Так, что-то взорвал. А вот и машинка ихняя. Так, мы выжили? Ага, сейчас два раза. И уж мать-то, опять эти гоночки. А, нет, смотрите-ка. Тут уже через городок не так уж стоит ломиться. Сейчас еще подобегут, понавылазят. Давай, Престон, к месту падения. Вперед, вперед. Вы-то стреляйте хоть. Один вот там. Просто сучка жизнь. Так. УАЗики. Человечков не видно? Нет, не видно. Не было печали. А чёрт, ну и жак, что он, когда долетит? А вот и он. Чёрт, ты, Блэр, сказал, что он такой жак.
Так. Мы успели. Давай. Сейчас в озеро, бах. Я думал, вообще-то в озеро затонет. Так. Я круче ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику. Поехали. Радуемся, что выжили. Снежная слепота. Давай. Пустынный голод сейчас. Давай живее к месту падения. Вперед. Так, хочу заметить, что по идее мы прибыли сюда первыми. Поэтому здесь никого не должно быть. И вот. Ну, никого и нету. Ой, оберегать будем. Достань черный ящик. Сервер? Вообще-то я не человек, Вась. Как я дотронусь, если эта хрень раскалена? Там защита от радиации, так что... Так, и что? Противник слева! Держатель! Не даю. Где, где, где? Не вижу, вот он. Где еще? Перезаряжайся. Уже нету. Они его сбили! Не давайте подойти! Противник на правом фланге, сюда! На правом фланге, на левом фланге. Вы чё, тварь? Один вот так. Так. Где вы? Ничего не понял. Где вы? Да я вас видел бы еще. Движение. РПГ на крыше. Не перепрыгнул. Вот так. Все. Утихомирил. Где? Ну черт! Никакая удача нам не поможет, если потеряем его. Да. Противника! Где в укрытие? Давай наверх, живо! Найди РПГ! Давай, нашел. Они его сбили! Не давайте подойти! Опять попали! Проклятие! Да где этот вертолет-то? Не вижу. Слышу звук, но не вижу его. Еще разок. Еще разок. Че, сбили, да? Противник слева. Держатель. Блин. Все заново. Отличный выстрел. Пока на крыше. Не дайте им сбить спутник. Где еще? Отступника не отходить. Блин, давай, 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 давай. Давай сюда.
давайте подойти! Так они не подходят, издалека стреляют. Один в доме. Так. Еще. Я потерял плыть. Давай сюда. Давай сюда. Еще. Все. Противник на правом фланге. Сюда. Да, ё-моё. Где еще? Больше нет РПГ на крыше. Давай. Еще разок. Ну черт! Никакая удача нам не поможет, если потеряем его. Еще разок. Че-то мне лучше присесть. Думаю, все чисто. Только гроза надвигается. Давайте заканчиваем. Давайте. Все. Спутник подобрали. Правильно я понимаю? Он остыл, и мы его подобрали. Что там, черный ящик или жесткий диск? Так, вы двое, займитесь ящиком. А мы постараемся найти транспорт. Давай, тащи. Ботаник, ты же сильный. Надо бы сержанта вызвать. Надо бы хотя бы знать для начала. А я скоро вернусь. Где находится этот ящик? Кто-то нащупал. Опаньки. Что бы это могло быть? Неизвестно. Потерялся. Ты обморозиться должен был уже. Спуститесь с горы. Марлу, слушай. Я малость подсветил тут. Надеюсь, поможет. Марлу, на связи провод 2 главный, прием. Что так, там у тебя? Надо греться. Мы ищем Хэггарда. Флинн не отвечает. Слушай, запоминай внимательно, срочно найди укрытие. Русские гору прочесывают, нас ищут. Некоторые окапываются. Погрейся наскоро и сваливай. Иначе долго не протянешь. Держись. Давай. Я потерял его! Кто-нибудь его видит? Давай, да. Греемся тут. Чё? Печка, печка. Так, бежим дальше. Ой-ой-ой, надо подальше от этих взрывоопасных штук держаться. Так, вот в этом доме по-любому есть. Давай, давай, давай. Опа, где? Где? Печка где-то тут. Вот она.
Ну, немножечко осталось. Немножечко. Чтобы выйти. Марлу, не знаю, слышишь ты меня или нет, но хочешь жить, сумей согреться. Зажигай. Так я только этим сейчас и занимаюсь. Вот она. Продолжаем поиск американцев. Смотреть в оба. Кто где? Еще? Все, так это что за оружие? Какая-то ерунда. Нет, у меня вроде неплохо. Не жаловался. Давай. Сейчас они ко мне придут, нет? Вроде бы подстрелил. Смотреть в оба. Печка. Бежим. Так, мне нужен этот домик. Я потерял этот кусок дерьма. Я зачем? Кусок дерьма. Вот тебе кусок дерьма. С разворота. Видал, как я умею? Меня еще бросили здесь. Так что я вообще злой. Блин. Ну какой печки-то я появлюсь? Не с самого уже начала. Или с самого начала. Не должен с самого начала-то быть. Где? Где дом? Ой-ой-ой. Греемся, греемся. Блин, я так и не понял, где он там. Видеть вижу, но не очень осознаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О. Давай. Бум. Вот и все. А теперь бежим. Вот он, второй. С ним-то поди полегче будет. Тихо, тихо. Тихо. Так. Опаньки. Блин, надо было что? Падла. Да если бы я знал. Спокойно, спокойно. Куда же этот мужичок подевался? Вот так. А что здесь-то можно воевать?
Ух ты. Так, надо что-то с ними делать. Ну засек, молодец. Честь и хвала тебе. Так, теперь надо. Вот так вот. Вот так. Так. Тихо. Спокойно, 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 спокойно. Дышим, дышим. Теплый воздух. Теплый, теплый, теплый воздух. Перезарядим. Вышибли. Блин, да где они? Дом-то такой, что большой, якобы. Чем вы тут топите? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ничего себе. Это из чего по мне стреляют-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Я должен успеть добежать-то теоретически. Никого. Слава богу. Так, преследования нету. Нету преследований? Нету. Блин, дальше по спуску надо. Все, вроде кончился. Прием, Браво 2, это призрак. Слушай, я собрал весь отряд, тебя тоже вытащим. Только мне очень понятно, как нам. Блин, вы будете мочить их или где? Или где? Короче, скоро увидимся. Так. Помогай, помогай. Хорошо. Опаньки. А я буду всячески помогать вам, чтобы меня могли вы спокойно эвакуировать. Ой-ой-ой. Путь-то один, да? А я даже вижу, там он все летит. Отсюда вот вы... Ага. И сверху там, если я не ошибаюсь. Так, мимо бочек быстро пробегаем. Твари хотели меня остановить. Так, а я не понял, ну я на крыше и... А, все. Вот эвакуация происходит. Бросили меня замерзать, падлы. Куда мы там? Это скалярное оружие? Красотища, а? Это шутка, что ли? Ты не слышал об операции «Аврора»? Слышал, конечно, но даже если можно было бы создать скалярное поле... Сначала в тропосфере возникнет эффект Каррингтона. Стоп, стоп, стоп. Для всех излагай. Скалярное оружие создает мощнейшие электромагнитные импульсы. И что? Если пальнуть где надо, можно накрыть всю энергетику США. И тогда мы погрузимся в кромешную тьму анархии. Русские тут же явятся на готовенькое, и сказочке конец. Значит, надо найти того парня. Аркадия Кириленко. Черт. Ух ты. А ты не его валить должен был? Чёска. Кириленко и есть сам проект. Надо выдвигаться, пока не поздно. Сразу видно, умный парень. Можно разрешение спросить? Нет, нет, нет. Он вместо нас пошлет этих гондонов из спецназа с датчиками сердцебиения на стволах.
Сержант? Черт, мне 44 года. А еще за вами сосками говяжьими присматривать. И карьера в полной жопе. Я ведь думал, это мое последнее задание. Нет, так больше не пойдет, не могу. А типа родину спасать? И что дальше? И все. Нет у вас слова родина у американцев. Ладно, ты с нами. Кириленко жив из-за меня. Суиц. Дайте подумать. Да. Хэггард. Все. И пахать не особо хочется. Но и отступать не тянет. Я с вами. Молодец. Придется вам продвигаться вглубь нашей танковой колонны, чтобы попасть к Кириленко. Только так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока!